Привет, меня зовут Светлана, и сейчас мы посмотрим, какое событие вас удивит. Здесь у нас рыцарь Пентаклей. Это человек, который несет вам благие вести. Может быть, мужчина, молодой мужчина, который несет вам подарок какой-то или денежку, например, да? Это может быть новое знакомство, или может быть, это ваш сын, но человеку где-то 25-30 лет приблизительно. Он хочет вас осчастливить, подарив подарок, либо, может быть, это курьер, который вам принесет благую весть о ваших доходах и о финансах. Восьмерка мечей, вы знаете, а с другой стороны, он хочет вас осчастливить вот этим подарком, но точно так же и, знаете, закрыть от всех. Может быть, он слишком ревнивый и не хочет, чтобы вас кто-то видел, да? Карта Луны, ну, здесь очень много тайн и загадок. Это однозначно. Человек не договаривает каких-то вещей вам. Десятка мечей. Ох, не нравится мне эта карта. Десятка мечей, что он хочет закончить. Ага. А у него он хочет расстаться с какой-то женщиной Пентакливой. Это может быть его либо мать, потому что она старше его. Либо это бывшая женщина, бывшая жена, да, бывшая какая-то. Он хочет с ней расстаться, но он еще с ней не расстался. Он только обдумывает. Он идет к вам навстречу, чтобы выяснить, нужен ли он вам. А вот когда он поймет, что он вам нужен, тогда он расстанется. То есть, понимаете, как на двух стульях хочет усидеть человек. Но он вас будет добиваться, туз мечей будет добиваться однозначно и, скорее всего, добьется. Триумф, победа, человек не отступится. Десятка жезлов, трудно ему придется, вы будете неприступной крепостью, но в итоге, я думаю, что сдадитесь. Да, карта трансформации говорит о том, что в вашей жизни здесь все поменяется, что-то прям вот с ног на голову. И паж мечей, будет серьезный какой-то разговор, очень серьезный. Четверка пентаклей, это может быть о жилье, допустим, где вы будете жить, или может быть снимать квартиру, съем, кстати, квартиры, или может быть совместное проживание, ипотека совместная. И, кстати, вы захотите, или он захочет, но это объединение двух сердец, это роспись, да? Тройка пентаклей, это тайное венчание. Не пышная свадьба, но в ЗАГСе расписались и все. Однозначно это будет. Пальчик вверху, слово благодарю. Пока-пока.